Друзья, всех рад приветствовать. Сегодня у нас распаковка Анастасии на Новый год. Крестная из Стамбула, крестная Ирина прислала Лего. Мне раньше в детстве очень сильно нравилось Лего. Где-то примерно, когда мне 10 лет плюс-минус было, я очень любил играть в Лего. И вот для Анастасии тоже вот я ждал, когда Анастасия подрастет, потому что Лего где-то начинается от полутора лет. Вот, и где-то вот начиная с годика мы начали Анастасии дарить Лего. Даже мы заранее, даже еще когда Анастасия совсем маленькая была, или даже до рождения Анастасии, мы уже покупали Лего. Вот, потому что думали, что вдруг его потом не будет. Вот, и, ну, Анастасии так, как бы, большого интереса именно к Лего нет, но как бы, ну, все равно интересно. Вот сегодня мы распечатаем такой набор. Фруктовый магазин. Здесь фрукты. Вот, ну такая как фруктовый магазин такой будет сегодня набор. И сегодня сейчас мы вместе с вами соберем. У нас же есть подложка под Лего. Да, у нас есть подставка. Сейчас я достану. И на эту подставку можно будет собрать. Есть еще такой конверт, что интересно там внутри. Есть такой пакет, как будто в магазин ходить, такой пакетик, как будто за фруктами ходить. Анастасия, давай сейчас соберем с тобой все. Смотри, Анастасия. Настюша, смотри. Смотри. Так. Так, Настюша, давай папа посмотрит. Так, давай. Так. Так, подожди, Настюша. Так. Так. Настюша, давай папа посмотрит, как дальше. Садись на стульчик пока. Садись на стульчик. Давай посмотрим, что тут дальше надо делать. Сейчас, Настюша, давай папа дальше посмотрит, что надо. Смотри, Настюша.
А слушай, давай посмотрим, что тут дальше надо делать. Давай. А вот одна деталька еще. Получилось собрать вот такой как будто фруктовый магазин, здесь весы взвешивать и здесь как будто вот такие монеты, как будто деньги. Вот такой фруктовый магазин получилось у нас сегодня собрать. Большое спасибо нашей крестной Ирине, вот очень мне нравится этот набор. Анастасия, тебе нравится? Да? Скажи спасибо и Ирине Натюше. Спасибо. И в чем большой плюс Лего, то что он комбинируется с другими наборами. Вот раньше, которые у нас наборы были, можно комбинировать, там между собой совмещать. Смотрите следующие выпуски. До новых встреч!